Это отмазка. Я долго смотрел на зеленые деревья. Покой наполнял мою душу. Еще по-прежнему нет больших и единых мыслей. Такие же клочья, обрывки и хвостики. То вспыхнет земное желание, то протянется рука к занимательной книге, то вдруг хватаю листок бумаги, но тут же в голову сладкий сон стучится. Сажусь к окну в глубокое кресло, смотрю на часы. Сажусь на твердый стул и скручиваю себе папиросу. Я вижу, бежит по стене паучок. Я слежу за ним, не могу оторваться. Он мешает взять в руки перо, убить паука. Лень подняться. Теперь я гляжу внутрь себя, но пусто во мне, однообразно и скучно. Нигде не бьется интенсивная жизнь. Все вяло и сонно, как сырая солома. Вот я побывал в самом себе, и теперь стою перед вами. Ой, а это самая пауза, да? Пауза.